спасения рода христианского. Пречистому образу Твоему поклоняемся, благий, просящий прощения при решении наших крести Божия, более бы боговлялось и плотвердите на крест, да избавившись от святого сыновного даже, тем благодарство объемки радости исполнился все спасть наш, пришедший спасти мир, милосердие, сущий источник, милости сподобил нас Богородице. Благочестию, телесное богоблучение в мале есть полезно, а благочестие на все полезно есть. Внимай себе и учению, и пребывай в них, себо творя и сам спасешися, и послушающая тебе. От Луки святого Евангелия чтение. Во время оно взыскаши архиереи и старцы, возложите руки на Иисуса, и на чаши, но убоявшися народа, разумеша бо, я как нему к ним причу сию речи, и на блюдше послаша наветников, притворяющихся праведниками, да им от его в словеси, мое же предать его начальству и области и гемона, и вопросиши его глаголище, учителю, вема яко право глаголиши и учиши, и не на лица зриши, но воистину пути Божию учиши. Достоит ли нам кесарю дать и даяние или ни, разумевши их лукавство, речи к ним, что мя искушаете, покажите мне динарий, чьи имать образ и надписание, отвечавши же рекоша кесарев, он же рече им, воздадите убо кесарево кесареви, а Божие богови, и не могуша зазреть и глагола его пред людьми, и дивишася ответи его, и умолчаша. Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, да поминет Господь Бог во Царстве Свое, всегда, ныне и присно,
и во веки веков. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца видимым же всеми невидимым, во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и живот Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога, истину от Бога истина, рожденного не сотворенного, едино сущна, суще вся выше, нас ради чего веки нашего, ради спасения шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и того человечества. Отца и Сына и Святаго Духа,
ныне и присно и во веки веков. Честной отец-настоятель, дорогие отцы, отец-ректор Минского епархиального духовного училища, дорогие братья и сестры, учащие, учащиеся, я всех вас поздравляю с праздником. Сегодня мы молитвенно прославили преподобного Иоанна Дамаскина, который является покровителем нашего Минского епархиального духовного училища. И каждый год, когда мы собираемся на этот праздник, то, конечно, мы обсуждаем все то, что происходит в нашей духовной школе. И вот сегодня мы, совершая празднование преподобного Иоанна, услышали очень важные слова, которые обратил апостол Павел к своему помощнику, сподвижнику Тимофею. И вот эти слова, которые произнес апостол Павел, они должны быть, наверное, краеугольным камнем и основанием каждого из нас, кто и преподает, и учится в духовных школах. «Внемли себе и учению, и этим занимайся постоянно, и таким образом спасешь свою душу и слушающих тебя». Обратите внимание, какие мудрые слова. Мне хотелось бы пожелать, чтобы они были, знаете, как бы основанием наших духовных школ. Внемли себе и учению, и этим занимайся постоянно. И таким образом спасешь свою душу и слушающих тебя. Удивительные слова, правда? А что значит «внемли себе»? А это значит, не обращай ни на кого внимания, а только смотри на себя. Однажды Христос Спаситель, обличая книжников, фарисеев, говорил: «Лицемеры, вы видите сучок в глазе ближнего своего и пытаетесь этот сучок достать, а бревна в своем глазе не замечаете». Таким образом, Христос Спаситель обличал фарисеев, книжников, законников, которые были действительно лицемеры, не обращали внимания на себя и на свой внутренний мир, а только искали повод, чтобы кого-то осудить, в ком-то найти что-то предосудительное, придать это гласности, надсмеяться над этим. А о себе и о своей душе эти люди не задумывались. И вот Христос Спаситель призывал своих учеников и всех последователей: первые или вначале вынь бревно из своего глаза, а потом увидишь и сучок в глазе ближнего и подумаешь, стоит ли его вынимать, или сказать: да будет во всем твоя, Господи, святая воля. Апостол Павел призывает не только учащих и учащихся, а каждого из нас обращать внимание на себя, на свой внутренний мир. И как только мы поймем свое внутреннее состояние, глубину своего падения, а по слову Христа Спасителя нет человека, который жил бы и не согрешил, а значит, Господь призывает нас обращать внимание на себя, постараться в себе искоренить недостатки. А уже когда мы глянем на других, то мы, сопоставляя себя с ними, можем сказать: «Господи, кто я такой, чтобы я мог осудить брата своего или ближнего? Да я сам еще хуже». В этом заключается глубочайшая идея нашей православной аскетики.
обращать внимание на себя и на свой внутренний мир. Вы знаете, в современном мире люди очень часто, обращаясь к священнослужителям, задают вопрос: а почему сегодня так мало чудес совершается в нашей жизни? Вот раньше мы, когда начинаем читать историю нашей церкви или жизнеописание святых, мы видим, что там действительно очень много совершалось особых чудес божественных в жизни людей. А сегодня якобы исчезли чудеса из нашей жизни. Но на самом деле это не так. На самом деле чудеса действительно сегодня и до скончания века будут совершаться в жизни человека. Но не везде и не всегда Господь проявляет свою божественную любовь к людям, проявляя вот эти чудеса. Он любовь свою ко всем проявляет. Он любит всех и желает спасения всем людям. Но не все люди желают спасения своей души. Именно поэтому в некоторых местах чудеса совершаются, а в некоторых нет. Там, где люди посвящают себя и свою жизнь служению Богу, там, где люди проявляют кротость и смирение, там, где подвижники или просто люди, живущие на земле, больше внимания обращают себе, своему внутреннему миру, проявляют кротость и смирение, а в этом случае выступает на защиту сам Господь. Вот там проявляются божественные чудеса. А там, где люди сами совершают суд над своими ближними, там, где они сами пытаются защититься или выступить против кого-то, там нет Бога. Господь отступает, потому что Он не нужен в этом случае тем людям. Они сами пытаются творить суд над людьми. Там нет Бога, там нет чудес. Анализируя все это, можно обратить внимание, что и сегодня во многих монастырях, во многих местах, где люди живут благочестиво и свято, праведно, кротко и со смирением, где они пытаются проявить эти качества смирения и кротость, там они в этом случае уступают место Богу для совершения суда или справедливости. И вот там и совершаются во множестве божественные чудеса. И, как правило, это происходит в монастырях, там, где люди действительно живут свято и праведно или стремятся к этому, проявляя эти замечательные качества кротость и смирение, внимают себе и Слову Божию, и Писанию Божественному, и поучаются в этом постоянно. И таким образом Господь спасает душу этих людей и всех, кто пребывает в этих местах и слушает эти поучения. А там, где нет чудес, значит, люди проявляют свою гордость, там люди совершают суд, который не принадлежит человеку, а только Богу. Там и исчезают чудеса. То есть там нет Бога в том месте. Хочется пожелать, чтобы сегодняшнее послание апостола Павла дошло до сознания каждого из нас. Хочется пожелать, чтобы наши студенты, учащие и учащиеся нашего не только епархиального духовного училища, но и всех духовных школ, понимали смысл и значение того, что произнес апостол Павел, обращаясь к своему ученику: «Внимай себе и Писанию, и поучайся этим постоянно, и таким образом спасешь свою душу и тех, кто будет слушать это поучение и Писание». Вот хочется пожелать, чтобы мы исполняли заповеди Господни, чтобы мы поучались в чтении и слушании, и это Священное Писание применяли к себе, чтобы мы почаще через кротость и смирение уступали Богу. И тогда Господь будет присутствовать в нашей жизни, и тогда будет действительно действовать в нашей жизни сам Господь, творя суд, защищая слабых и помогая тем, кто нуждается в божественной помощи. Я сегодня поздравляю всех учащих и учащихся нашего Минского епархиального
духовного училища. Желаю, чтобы Господь умудрял каждого из нас, и чтобы мы готовили добрых делателей на ниве Церкви Христовой. Бог в помощь вам, отец Иоанн, и всем, кто преподает, кто учит и кто учится. Ну и, конечно, всех вас, дорогие братья и сестры, я сердечно благодарю за ваши святые молитвы. И хочу пожелать, чтобы по молитвам преподобного Иоанна Дамаскина Господь умудрял каждого из нас, помогал нам на жизненном пути. И то, о чем мы сейчас молились, обращаясь к Нему в своей молитве, чтобы Он слышал и наши слова молитвы и воздыхания, чтобы праведных Он укреплял, немощных поддерживал, безумных вразумлял и наставлял на путь спасительный, ну и каждому помогал на жизненном пути достигать святости и праведности. Аминь. Учебный процесс.
и настоятелю прихода, и приходу, и всем людям, которые неравнодушны к этому важному делу. И хотелось бы попросить от лица преподавателей с приветственным словом обратиться к старейшую преподавательницу Миронову Таисию Александровну. Ваше Высокопреосвященство, дорогой отец Иоанн, дорогой отец Игорь, досточтимые отцы, коллеги и наши учащиеся. Позвольте мне поприветствовать всех и пожелать нам хорошего настроения и плодотворной сегодняшней работы. Ваше Высокопреосвященство, позвольте поблагодарить вас за ваше внимание к нам и ваш архипасторский визит. Ваше святительское кормление укрепляет нас и дает нам дальнейший путь к развитию нашего творчества. За 25 лет своего существования регенско-перческое отделение подготовило специалистов в качестве регентов, псаломщиков, чтецов, певчих. Наиболее достойные выпускники пополнили преподавательский состав училища. Это Андрей Лизарович Ахметшин, матушка Ольга Шелкова, Ольга Николаевна Суарес, Анастасия Георгиевна Коляда, Екатерина Викторовна Паутина, протоиерей Сергей Масов. Вспоминая годы учебы отца Сергия, я хочу тоже подчеркнуть именно его такое трудолюбие. Он был очень интересным таким студентом и всегда задавал какие-то вопросы, старался научиться певческому делу. Сейчас он в качестве священника трудится. Сегодня мы услышим выступление наших преподавателей и приглашенных специалистов. С особым вниманием мы ждем рассказа Андрея Лизаровича Ахметшина. Вместе с Галиной Леонидовной Романюк они имели возможность представить наше училище на конференции международной, первой конференции регентов в городе Москве. Коллектив имеет хороший творческий потенциал, и мы готовы выполнять все задачи, которые будут поставлены перед нами. Мы призваны умножать Богом данные таланты во имя утверждения православия на нашей белорусской земле. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, успехов в труде и радости общения. Храни всех Господь, благодарю. Позвольте в этот праздничный, торжественный день поделиться с вами информацией о другом, не менее важном и торжественном дне, который недавно состоялся в Москве. Эта информация будет касаться первого международного съезда регентов и певчих Русской Православной Церкви. По благословению его вашего Высокопреосвященства, Минское духовное училище приняло в этом форуме самое живое участие. Мы внимательно изучали все доклады, конспектировали выступления, и в таким промежуточным этапом нашей работы в данном направлении явилась публикация брошюры, которая так и называется «Первый международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви. Тезисы выступлений и докладов». Ну, предлагаю вашему вниманию некоторые тезисы, прозвучавшие на съезде, которые, на мой взгляд, показались самыми важными. Прибыло на съезд 196 делегатов из 90 епархий и 17 стран мира. Работу съезд проводил в храме Христа Спасителя в зале церковных соборов. И первый день был посвящен теме регенско-перческого образования. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петербургский Амвросий охарактеризовал основные проблемы, связанные с богослужебным пением Русской Церкви. Среди них проблема сочетания личной жизни во Христе и профессионального мастерства, координация творческих поисков церковных композиторов, секуляризация церковного пения, его отрыв от церковной традиции, проблема комплектации клироса, повышение общего качества образования церковных служителей.
Тему высшего церковно-певческого образования затронул декан факультета церковного пения Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета протоиерей Алексей Юльянов. Его рассказ имел целью показать возможность синтеза церковного и государственного образования. В деятельности этого авторитетного церковно-государственного вуза сочетаются стандарты светского образования и высокие требования церковных властей. Причем церковные, литургические и богословские компоненты не подчиняются светскому началу, а скорее используют достижения сложившейся системы образования в общих интересах. Положительным результатом деятельности факультета служит тот факт, что 95% выпускников сегодня трудятся на церковном клиросе. Сложный вопрос перехода от среднего к высшему профессиональному церковно-музыкальному образованию затронула преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии Раиса Геннадьевна Гундяева. 36 лет Ренинское отделение академии использовало стандарты среднего образования, и переход на новый уровень, на бакалавриат, потребовал значительных изменений программ, чтобы подготовка регентов не уступала по уровню светскому музыкальному вузу. Повысились требования преподавания богословия, нравственного и догматического, причем учение церкви на уроках рассматривается сквозь призму богослужебных текстов. Опыт Раисы Геннадьевны Гундяевой очень интересен, мы будем его отдельно рассматривать на круглом столе. Она помогла нащупать такие главные моменты, на которые необходимо работать не только в данном вопросе, переход да, от среднего к высшему образованию, но и вообще в любой духовной школе все, что связано с музыкальной тематикой. Перспективы развития церковного пения в сфере образования заключаются в использовании государственных стандартов по этому вопросу. Ревизское образование должно базироваться на церковных началах, на богословских принципах. Необходимо повсеместно поддерживать дореволюционные напевы, синодальный, московский, кивовечерский, валаамский, стремиться к возрождению народного пения в храмах на литургии, воцерковлению певчих. Это такая же задача для регента, как поддержание высокого уровня исполнительского мастерства. Необходимо добиваться государственной аккредитации, и сегодня церковный регент должен быть катехизатором. Перспективы развития церковного пения в стремлении к особой духовной проникновенности в максимальном, это тоже цитата, удалении от образцов концертной светской музыки. Необходимо придерживаться обихода восьмигласов, предпочитать гармонизации старинных распевов. Необходимо препятствовать проникновению театральной музыки в церковную сферу. Современному регенту требуется избегать крайностей в выборе стиля богослужения, не считать знаменный распев единственным подлинно церковным стилем, также не стремиться к насыщению службы концертами, а не церковными песнопениями. Возобновлять практику проведения практических семинаров и курсов повышения квалификации в сфере регенского певческого образования. Мы будем продолжать изучение выступлений на съезде, чтобы использовать его, этот опыт в практической деятельности училища. Вот, и ближайшими этапами будет у нас круглый стол, планируется с участием заместителя директора по учебной работе после педсовета. Я попросил наших преподавателей, кто заинтересован, ознакомиться с материалами съезда в каждом сражении, чтобы потом нам поговорить и конкретно обсудить, что из опыта съезда мы можем использовать. Может быть, у нас будут какие-то свои взгляды на некоторые вопросы. И то же самое предлагаю сделать студентам, может быть, обсудить как-нибудь вот в рамках духовно-просветительской беседы тему, изучавшую на съезде. Благодарю вас за внимание. Дорогие отцы, дорогие братья и сестры, роль Минского духовного училища, конечно, в нашей церковной жизни велика. Мы с вами помним, как зародилась сначала эта идея о возрождении Минского духовного училища, когда в наших храмах пели бабушки, которые помнили еще, как это все поется. И
Вот здесь прозвучали слова о воцерковлении приглашенных, певчих, имеющих профессиональное образование музыкальное. Вот тогда такая была разница. С одной стороны, бабушки пели, с другой стороны, вот эти приглашенные, которые, может быть, и чуждо было то, что происходит в церкви. И то, что трудами самого первого нашего вот директора, отца Николая, да, и следующих, и педагогов тогда, было уделено внимание, хотя помещений тогда, помните, и не было никаких у нас, и так трудно все это получалось, но результаты, конечно, впечатляют, потому что вот сейчас вот мы слушали выступление хора, которое вы исполняли, но это высокопрофессиональный действительно коллектив. Кроме того, конечно, хочется сказать, что таких результатов вот разные отделения Минского духовного училища достигают. Ведь даже в этом году, возьмите отделение звонарей, они, как обычно, поехали в Польшу на фестиваль колокольного звона, и, как поляки говорят, минчане, белорусы приехали, забрали все премии и уехали домой к себе. То же самое можно сказать и вашим педагоге Ольге Яну, которые в этом году они привезли из Польши тоже, из-под Кракова. Получили гран-при на международном фестивале песнопений. Кроме того, сама Ольга, ваш педагог, она получила еще, была признана лучшим дирижером, ну и там, конечно, премия за лучшее исполнение одного из произведений. То есть вот это такие выдающиеся результаты, которые являются плодами трудов вот, педагогов, которые здесь трудятся, и, конечно, усердие учащихся в Минском духовном училище. Моя задача, конечно, как настоятеля, это обеспечить удобство, максимальное удобство для того, чтобы для учебного процесса, чтобы все шло у вас гладко. Поэтому, конечно же, вот эта острая нехватка помещений, но мы думаем об этом. Все-таки по генеральному плану у нас есть еще один корпус, который мы должны строить, и мы уже сейчас думаем о том, что там будет находиться, вернее, там будет находиться Минское духовное училище, если вы их благословите, мы вам покажем идеи, наверное, эскизный проект. Если будет принято решение, что вот этот корпус будет дан Минскому духовному училищу, значит, мы там продолжим работу, просто уже, чтобы там были точно аудитории, ну и то, что необходимо для Минского духовного училища. Я еще раз сердечно поздравляю всех вас с вашим праздником. Дай Бог нам каждый год встречаться, да, и также с радостью вот, праздновать и слушать ваши прекрасные выступления. Спасибо, Господь, всех вас. Божьей помощи. Я сердечно благодарю отца Ивана, отца ректора Минского епархиального духовного училища. Благодарю за выступление отца Игоря. Но вот все сегодня так радостно похвалили, что у нас здесь происходит. Ну, а я, как всегда, должен вас немножко критиковать. Отец ректор представляет сведения о том, что у нас в епархиальном училище духовном более 200 человек учится. 261 человек. Но вот сегодня я здесь их не вижу. Конечно, я всех сердечно приветствую. Хочу сказать, что мы учимся, и вы учитесь, и ректор учится. И хотелось бы, чтобы все-таки вот эти наши праздники училища, они были такими, знаете, всеобъемлющими для всех. Поэтому вот в следующий раз давайте будем стараться всем нашим и преподавательским коллективом, и все учащиеся будем собирать на наши мероприятия, собираться на наши мероприятия, на наш праздник. Замечательно то, что мы учимся петь, учимся регентовать. И, конечно, я хотел бы обратить внимание и воспитателей, и преподавателей на качество пения, которое у нас сегодня звучит и будет звучать в будущем. Вы знаете, я вспоминаю, вот сегодня вспомнили, архимандрита Матфея. И я вспоминаю, тогда я еще был юным студентом Московской духовной семинарии. Только тогда начинали осуществляться первые записи
грамм записи, это пластинки первые с участием студентов и братьев и троицы Сергиева Лавры. И вот однажды, возвратившись с очередной записи, все были под таким впечатлением от увиденного, от услышанного, пережитого, что происходило во время записи. Уже тогда звучал очень хорошо хор братский, и вот такой он был сводный хор Московской духовной академии, семинарии и Троицы Сергиевой Лавры. И вот когда прозвучали первые песнопения, то заведующий звукозаписи, он был и руководителем консерватории, подходит к отцу Матфею, ко всем певчим, говорит, что вы поете, друзья? Что вы делаете? Вы думаете, что вы хорошо поете? Вы думаете, что вы хорошо поете? Да наши студенты споют гораздо лучше, чем вы поете. Профессиональные споют, чем вы все поете. Вы нам дайте дух. По нотам наши профессионалы споют. А мы от вас ожидаем, что вы нам дух принесете в этом песнопении. Смысл этого песнопения. И он их всех обучил там. Они долго переживали. И действительно сделали определенные выводы. И последующие песнопения, последующие записи, я думаю, что вот если кто, может быть, имеет эти пластиночки, слушает эти записи, обратите внимание на какое, на то содержание, которое содержат эти записи. Проникновенное песнопение. Самое главное, дух они передают. Поэтому мне хочется пожелать, чтобы наши преподаватели, всем учащимся нашей школы, дали вот эти определенные знания и определенный навык. Вот сегодня прозвучали песнопения, они были очень краткими, но давайте в следующий раз мы все-таки попросим тех, кто будет готовить этот концерт, чтобы были такие песнопения, ну, которые за душу могут взять. Вот то, чего вы учите, то, чего вы будете потом вести людям. Вот этот дух, эту традицию нашего церковного песнопения. Но вы, наверное, не удивите никого с нами там пением сегодня. Потому что это все равно, что, знаете, я сейчас выйду сюда и прочитаю на древнегреческом языке или на каком-нибудь древнейшем языке, который совершенно не употребляется, и никто из вас ничего не поймет. Вот надо жить сегодняшним временем и научиться нести Евангелие, просвещение нашему народу, нашим современникам на понятном им языке. Да, конечно, где-то надо что-то исполнить, классическое, может быть, старое, но в наших храмах вы должны помогать людям молиться. А это талант, это труд. И пусть это будет задачей для преподавателей, для воспитателей, ну и, конечно, для каждого из вас. Конечно, какие-то светские песнопения, я думаю, что музыкальные современные коллективы споют лучше, чем вы. Пусть вот эти песнопения светские, они будут, знаете, у вас как бы вот рояли в кустах, как говорят, да, вот. Ну, может быть, знаете, на каких-то мероприятиях светских, может быть, знаете, для застолья какого-то. Вы покажите, что вы умеете. Вы покажите, как вы славите Бога. Ну, давайте в следующий раз вы нам покажете, расскажете, пропоете. И чтобы мы во время этого концерта были восхищены, ну, может быть, не до третьего неба, но, по крайней мере, задумались бы, а прослушав этот концерт, уходили бы и говорили, вот это да, вот это и есть то, к чему мы шли, к чему мы идем. Поэтому мне хочется сегодня пожелать и преподавателям, и воспитателям, ну и, конечно, вам
нашим студентам, помощью Божьей в ваших трудах, чтобы вы научились вот этому опыту, опыту церковного пения, опыту церковной жизни и, самое главное, опыту молитвы. Я очень часто нашим и подьяконам, когда они начинают все идти по алтарю, я их всех останавливаю и всем говорю: ребята, ваша задача не бегать вокруг архиереи, а научиться в алтаре молиться. Вот. А все остальное потом придет. Если священники будут в алтаре молиться, если архиерей будет молиться, и подьяконы будут молиться, все остальное придет. Даже никто не заметит на какие-то шероховатости, потому что весь храм будет молиться со священнослужителями, с певчими, с народом. Вот наша с вами задача – в храме молиться Богу. И ваша задача, певчи, сделать вот эту молитву более плодотворной, помочь священнику, настроить людей на это молитвенное обращение к Господу. Поэтому мне хочется пожелать, чтобы вы научились уже здесь, в стенах нашей духовной школы, этому дару, дару молитвы. А если вы еще сами научитесь молиться, да еще и будете помогать людям и священникам совершать эту храмовую молитву, знайте, что мы с вами вместе выполнили программу «Максимум». Будем молиться Богу. Поэтому я всем не только сегодня, в этот праздничный день, когда мы празднуем память святого преподобного Иоанна Дамаскина, хочется пожелать, чтобы и по его молитвам Господь помог нам осваивать эти азы духовной жизни. А ведь совершенно не случайно мы преподобного Иоанна Дамаскина память так долго празднуем, уже на протяжении многих столетий. Задумывались вы когда-нибудь, почему его труды, его песнопения до сегодняшнего дня и до скончания века будут употребляться в церкви? Да потому что он сам был подвижником, аскетом, молитвенником. И вот это переживание молитвенного общения с Богом он переложил на бумагу, используя наш разговорный язык. Вот этот опыт переживания общения с Богом он переложил на бумагу, составил стихи, составил определенные песнопения, которые и сегодня вдохновляют каждого, кто ищет путь к Богу, и будет вдохновлять всех. Хочется пожелать, чтобы и ваше церковное песнопение вдохновляло всех нас на молитву, на общение с Богом. Поэтому я сегодня желаю всем помощи Божьей, всех благодарю за ваши труды, желаю помощи Божьей в дальнейших ваших трудах. Во славу Божию и на радость всем, кто будет приходить в наше право. Бог помощь всем.